Хочется записать песню о настоящей любви, песню, если не протеста, то песню для тех, кто сейчас сражается за то, чтобы люди могли счастливо жить. Даже на войне все равно людям нужна светлая и добрая минута. Белорусский поэт Петр Харьков написал поэму «Раздумья о любви». Я взял оттуда отрывок для своей песни. Когда-то Yeah.